Сдача норм ГТО – дело не из легких, но сегодня мы доказываем, что готовы к труду и обороне. В Видновской школе номер 5 ученики 6 и 7 классов, их родители и учителя показывают нам высокие результаты и доказывают, что спорт – это действительно здорово. Нормы ГТО нам по плечу. С таким настроением в спортивный зал Видновской школы номер 5 пришли все желающие пройти комплекс. Здесь их ожидали прыжки в длину, отжимания и челночный бег. Проверить свою физическую подготовку решили около 30 человек. Среди них целый класс, который вместе с классным руководителем дружно преодолел все этапы. У нас очень много детей занимается спортом. Вообще у нас очень активный класс. Мы стараемся участвовать абсолютно во всем, что только происходит в Ленинском районе. И вот сегодня мы все вместе сдаем ГТО. В 2015 году в Ленинском районе начал свою работу Центр тестирования Всероссийского комплекса ГТО. За это время, как отмечает председатель комитета, у тех, кто проходит испытания, улучшается физическая форма. И это доказывает тот факт, что за первое полугодие в Ленинском районе на золотой значок сдало уже 174 человека. Сейчас ребята уже идут сами. Народу намного больше увеличилось. Ну, вот, например, в этом году сдало нормативы ГТО более 2500 человек. Принимали нормативы судьи уже в новой единой форме, что помогало сдающим легко найти их среди большого количества людей. Полностью обеспечить центр ГТО формой получится к 2020 году. И значительный вклад в это внесла торгово-промышленная палата Ленинского района. Председатель палаты в интервью отметил, что золотой значок не просто доказательство вашего превосходного физического состояния, но и для старшеклассников плюсик к баллам ЕГЭ. Конечно же, в следующий раз обязательно приму участие в этом мероприятии, потому что с детства занимаюсь спортом, знаю, что это такое, люблю его и рекомендую всем сдавать и участвовать в этих мероприятиях. Сдача норм ГТО сегодня – это личное желание каждого проверить свою физическую подготовку. На фотографии, сделанной после сдачи комплекса, все улыбаются. А значит, ГТО – это не только нормативы, но и хорошее настроение. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.